Здравствуйте, меня зовут Ситников Иван Иванович, я муниципальный депутат Даниловского района. Сегодня мы приехали в комплекс апартаментов ЖК «Технопарк». Находится он в Даниловском районе. 700 апартаментов, в которых постоянно проживают люди. С какими сложностями сталкиваются жители апартаментов в 21 веке, сейчас они и расскажут. Всем привет, друзья. ЖК «Технопарк». Вот такие окошки, смотрите, огромные 5 секций, из них 4 створки. Девушке холодно очень. А холодно почему, смотрите? Ну как тут будет не холодно, вы видите? Вы видите это кино? Просто улица. Охренеть. И в этом окне такая же история. Вон она, улица промелькивает. Видите? Вот такая вот петрушка. Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Просто капец. Плюс эти щели все надо загерметизировать. Здесь вот все дует, окна не пропенены. Как обычно застройщик устанавливает. Но окна огромные, большие, красивые. Так, друзья, на правом окне уже заменил уплотнитель. Все отрегулировал. Смотрите, разница какая. Вот стоял двухлепестковый, я ставлю с камерой воздуха. Разница видна, да? Толще он, шире прижим. Еще хотел показать. Вот это дырявое окно, которое просвечивается. Вот оно как дуло здесь. Грязище многолетнее. И еще прикол. На вот эту высоту створки, посмотрите, всего лишь вот один прижим. Здесь нет нигде прижима. Вверху один, по центру один, который болтается. И внизу один. Ну и вот этот, конечно, есть здесь. Уголок, слава богу, поставили. Вот и заканчивается. А вверху вообще сразу здесь заканчивается. О, последний прижим. Тут нет ничего. Створка 800 где-то. Короче, инвалиды делали эти окна тупые. Ладно, продолжаем. Сейчас сделаем. Уплотнитель заменил. Теперь идет стадия герметизации. Тут, смотрите, щели. Это все дует. Даже здесь минимальная щель дует. А смотрите здесь, соединение окон. То же самое. Видите, улица? Ну, это просто жесть. Монтажники высшего уровня были. И так по кругу. И будет тихо и тепло. Правда, герметик это все будет держать, весь холод. Но, тем не менее, дуть не будет. Промерзать будет немного, веять холодом, но прямого попадания не будет. Продолжаем. Технопарк. Иди сюда. Чё? Чё? Опа, нихуя! Чё? Чё? Иди сюда! Так, друзья, на этом приключение не заканчивается. Смотрите, я герметизирую, все. Сюда начал лезть. Смотрю, а тут пошла трещина. Ну, вон она уже зажигалку задувает, смотрите. Туда тянь. Засасывает. Смотрите, вот она трещина идет. Идет, смотрите, прикол. Видите, как дует? Как автоген. А здесь то же самое. Оно как будто и всасывает, и дует сразу. Вы видите, что происходит? А ну что, правые руки. Я не пойму. Задувает зажигалку. Ладно, я сейчас пройдусь, но вообще по-хорошему вот это надо все вскрывать, разбирать. Тут трещина, кусок дома лопнула. Садится, наверное, дом. Ну что, это все замазать, сделать не все так критично, но плохо. Смотрите, какой тип буррито. Я бы хотел написать мегахит, но не знаю, как он должен звучать. Говорят, он должен качать даже тех, кого жестко глючит. Я бы хотел написать мегахит, пусть один, но на все времена. Ведь мне очень поддержка нужна в виде денег, ну а пока... Буррито читадрито пошел. Вот, а это в таких домах такие окна, которые вы видели. Домики прекрасные, классные, красивые. Но окна козьи. Ну ничего, слава богу, что они пластиковые. Был бы алюминий, вообще бы было бы в 10 раз дороже заказчику. Спасибо Денису за теплые окна. Дома стало намного теплее.